именно в моем окружении есть женщина, которую все боятся. Но я нашла с ней общий интерес. У нее проблемы со здоровьем. Она всюду ездит только на машине, даже в магазин за углом, и поэтому у нее проблемы с коленками. Я ей подкидываю рецепты всякие из интернета, и она всегда меня благодарит, но не пользуется, я так думаю. А второе у нее самое главное качество – она клиническая сплетница. Но поскольку сплетни – это передача ценных сведений о людях из общественного окружения в процессе неформальной коммуникации, поэтому я тоже ее поддерживаю, и время от времени я всегда живо так с интересом выслушиваю. Таким образом, я с ней навела контакт.